Здравствуйте, это программа «Время говорить», в студии Анна Бережная. Импровизационная музыка в эпоху СССР. Так называется лекция, с которой во Владивосток приехал саксофонист, музыкант, основатель студии «Пентаграмма» и актер, и композитор Сергей Летов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что будет лекция, но будет также концерт. Можно попросить вас пару слов рассказать, что это будет за лекция, что за концерт? Ну, лекция эта основана на эссе, которое я написал когда-то по просьбе университета в Ниигата, в Японии. Меня пригласили несколько лет назад на конференцию, посвященную неофициальной культуре в Советском Союзе. И вот у меня был такой краткий очерк импровизационной музыки в Советской России. Но постепенно он увеличивался. Несколько лет назад меня Институт по региональным исследованиям предложил мне доклад такой написать, как бы выступить у них с докладом, написать работу на тему «Импровизационная музыка в России за пределами столиц». Ну вот как бы провинциальная импровизационная музыка. Да, ну за пределами столиц. И вот как бы на основе этих двух как бы таких работ у меня появился доклад, ну или лекция, или что-то такое, с которым я выступаю не только в Москве, но и в других городах, вот в рамках вот тура, который сейчас у меня проходит, а сейчас у меня сегодня происходит окончание большого 30-дневного тура по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. В завершении вот будет лекция и концерт. Лекцию перед этим я читал, если не ошибаюсь, в городе Сургут в Сибири. Не замерзли там? Да нет, там на самом деле не так уж холодно. Вот. Как рассказывают. Да, да. Запугивают. Ну, я рассказываю о музыкантах, о том, как возникла свободная импровизация, фри-джаз в нашей стране. Не только, конечно, в провинциальных городах, но и в Москве, и в Ленинграде, как она развивалась, основные представители. Потом мы слушаем фрагменты основных вот музыкантов, тех, кто был занят развитием этой музыки в нашей стране. И потом в конце вопросы я отвечаю в таком свободном разговорном режиме со слушателями. Вот я запланировал лекцию таким образом. Ну а концерт, у меня такая щадящая, скажем, программа. Щадящая почему? Потому что у меня, в общем, в нашей стране и за рубежом репутация такого радикального жесткого авангардизма, который на саксофоне хрюкает, свистит, шипит, щелкает, издает всякие необычные звуки. Да, да, непривычные, да, не тот ресторанный саксофон, к которому мы все привыкли, вот, а такой расширенной техники. Но в этом туре, и вообще у меня есть сольная программа, которая более близка неподготовленному слушателю. Она напоминает эсси джаз, трип-хоп, ну, такую, в общем-то, современную электронную, да, электронную танцевальную музыку. У меня два настольных небольших синтезатора, секвенсора, которые делают педаль, лупер, который делает повторяющиеся сэмплы, воспроизводит, и два необычных электронных духовых инструмента, на которых я играю. Это вы сами, которые делаете? Нет. Это японские изобретения. Одно из них – японский винтажный электронный инструмент, снятый еще в конце прошлого века с производства, но прекрасно, интересно звучащий. Вот, и я играю и на саксофоне, и на вот этих инструментах, и даже на двух китайских флейтах, которые я как-то по случаю купил в Гонконге, вот, на индейской маленькой флейточке. Вот, рассказываю истории о музыкантах, которым эта музыка посвящена, которые напоминают. То есть это такой и концерт, и разговор, и рассказ о прошлом, и о Ленинградском рок-клубе, и о Сергее Курехе, и о моих вот друзьях. Это в 8 часов вечера такой концерт. Как бы. Ну, он некоторым образом перекликается и с темой лекции. Они образуют некоторое такое, ну, если не целое, ну, какую-то определенную связь. О вашем творчестве можно говорить вообще бесконечно, я думаю. Но вот хочется вернуться к началу вашего пути именно в музыке. Я знаю, что вы окончили Московский институт тонкой химической технологии и затем аспирантуру во Всесоюзном институте авиационных материалов. А вот уже потом поступили на эстрадно-духовое отделение культпросветучилища в Тамбове. Вот почему все-таки вдруг решили после таких серьезных достаточно вузов поступить на эстрадно-духовое отделение? И было ли это вообще вдруг? Да, вообще это на самом деле было одновременно. Дело в том, вот что так. Я окончил институт и собирался быть, ну, занимался химией, в основном материаловедением, работал над
теплозащитными покрытиями нашего шаттла «Буран». И достаточно успешно. У меня было 15 авторских свидетельств. Ну, это то, что сейчас патенты называют. Вот. И машина уже летала в космос. И, в общем, все шло успешно. Вот. А для себя, любительски, я занимался саксофоном. Я расстался со своей первой женой. И, будучи очень юным и наивным мальчиком, я не представлял, что одну женщину можно заменить на другую. Я думал, что я теперь всю жизнь в тиши буду изливать тоску молодого организма на саксофоне, играть блюзы, печальную музыку. Ну, вот как-то так. Ну, кто-то подслушал, как я это играю, меня стали приглашать. И вот постепенно у меня сформировалась такая двойная жизнь. Днем я ученый, я работаю, езжу на запуски на Байконур, а в свободное от работы время вечерком я беру саксофон и где-то играю в клубах с какими-то музыкантами, вот в частности, с музыкантами Ленинградского рок-клуба наиболее активно. Вот так как бы вот жизнь складывалась вот таким образом до конца, по сути, Советского Союза. Во время перестройки я полностью перешел уже на игру на саксофоне, на музыкальные занятия. Вот. А поступил я в это училище, потому что нужно было хоть какой-то документ об образовании. И я использовал, я использовал аспирантский отпуск для того, чтобы во время отпуска ездить в Тамбов и тайком, потому что в СССР нельзя было получать два разных образования, вот таких вот не связанных, техническое получить высшее, а потом какое-то другое среднее. И я тайком ездил вот в аспирантский отпуск в Тамбов, и там быстро экстерном там, значит, сдавал, получил. Эти корочки мне потом практически в жизни не пригодились. Пригодились один раз, только когда я работал в Италии, нужен был какой-то документ. Вот. Так что вот такая двойная жизнь амфибии. Ну, также я знаю, что сегодня вы уже сами преподаете, читаете лекции студентам в Московском институте журналистики и литературного творчества о современной музыке. Вот о какой современной музыке вы рассказываете своим студентам? Ну, на самом деле, это было предложение института, чтобы курс современной музыки. Он факультативный. Не то, что это прямо от лекции. Я ставлю музыку, рассказываю про молодым людям. Они слушают компакт-диски, слушают у меня с компьютера музыку, с кассет. И поначалу я думал, что это действительно курс был посвящен современной музыке, в основном не попсовой, не той музыке, которая звучит у нас по радио и телевидению, а академической музыке, электронной музыке, новому Она джазу. Тоже в данное время существует, все об этом знают. Да, не все об этом знают. И мне казалось, было бы интересно, чтобы журналисты расширили кругозор, чтобы они знали не только звезд поп-сцены, но и какую-то другую музыку. Ну а потом мне показалось, что будет правильно, чтобы журналисты вообще знали, что это за музыка, какие-то основы музыкальной теории, инструментоведения. Ну, в общем, и поэтому у меня первая половина курса – это как бы такая ликвидация безграмотности. Кто такой Иоганн Себастьян Бах, Бетховен, романтики, Чайковский. Вот. А уже вторая половина – это уже разная этническая музыка. Музыка Китая, Японии, Индии, джаз, латиноамериканская музыка, румба, самба. Вот такая, в общем, ну и в то же время и музыка современного европейского и американского музыкального авангарда. Вот такой курс я читаю уже 10 лет, и многие студенты делают дипломы под моим руководством. Но, к сожалению, я очень много пропускаю лекций, потому что у меня большие концертные туры. Вот целый месяц, весь февраль я вот в разъездах, и меня подменяют мои друзья-музыканты, которые читают то о современном диджеинге, то о техно, о хаус-музыке, о всяких вот современных направлениях, то о... Как журналисту брать интервью у рок-музыканта? Или как писать... Как здорово, жаль, что нам не читают такой курс. Или как писать обзор на новый компакт-диск для глянцевого журнала. Это же определенные навыки. Мои друзья, музыкальные журналисты, подменяют меня, дают необходимые навыки будущим журналистам. Я надеюсь, что у нас постепенно уровень музыкальной журналистики будет повышаться. Ну, музыканты должны тоже журналистам помогать. Ну, я уверена, что студенты-то обожают ваши лекции и черпают очень много полезного из них. А вот вы черпаете что-то от общения с молодым поколением? Ну, конечно. Во-первых, нужно держать все время руку на пульсе. Музыкант, прежде всего, создает музыку для людей.
Он должен не замыкаться в своих каких-то кастовых, узкомузыкальных интересах и играть музыку не только для музыкантов, и я считаю, не только для знатоков и ценителей и любителей каких-то узкоспециальных жанров музыки, а должен играть музыку для всех. Он должен понимать, что людям нравится, что не нравится. Не то чтобы слепо следовать вкусам, но учитывать, что сейчас важно, что интересно. Поэтому для меня, вот, для уже не очень молодого человека, важно вот современными подростками, а именно такие приходят в институт, самыми молодыми людьми, как бы видеть их, слышать их, как бы чувствовать их энергию. В общем, вообще общение с молодежью, оно... Подпитывает. Да, и оно омолаживает, скажем. Да, и поэтому, хотя это трудно, каждую субботу готовиться к лекции, снова что-то читать. Самому приходится постоянно учиться. Да, все время приходится учиться. Это, конечно, трудно, и я... жалуюсь обычно, вот надо заканчивать с этим преподаванием, уже нет сил, все надоело, вот надо, это регулярность. И тем не менее, в этом, в общем, что-то... Сила что-то, какая-то да, есть. Что-то есть. В одном из своих интервью вы говорили, что фри-джаз сегодня теряет, к сожалению, свою популярность по сравнению, например, с 80-ми годами. Вот с чем это связано, как вы считаете? Есть ли выход какой-то из этой ситуации? Ну, это сложный процесс. Прежде всего, ну, весь мир идет в русле моды, которая формируется в Соединенных Штатах Америки. Так или иначе, мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, но тем не менее это так. И в Соединенных Штатах в середине 80-х наметилось размежевание авангардных направлений джаза, вот фри-джаза и мейнстрима, основного течения. Если до 85-го фри-джаз воспринимался именно как авангард джаза, что все идут за ними, это передовое течение, то это после 85-го это как бы две ветви, которые разошлись, которые каждая занимается своим собственным делом и как бы не оглядывается друг на друга. Но, к сожалению, такое размежевание произошло, и это очень сократило аудиторию нового джаза. Европа следовала за этим в 90-х годах, но у нас докатилась и до нас эта тенденция. И кроме того, можно сказать, что сейчас фри-джаз и свободная импровизационная музыка – это такая узкая секта людей, которые, ну, ограниченного количества слушателей, которые экспериментируют с инструментом и с музыкой. Но мне кажется, что общее вот, течение мейнстрим должно заимствовать элементы тех открытий, которые делают музыканты-экспериментаторы. Угу. И это способствует определенному оживлению, расширению как бы, спектра звучания. И вот из спектра тех эмоций, которые выражают музыканты. То есть это как бы как новые звуки или новые формы выражения. Но мне кажется, что замыкаться только во фри-джазе и только вот в шумовой музыке, как делают некоторые японские электронные музыканты, мне кажется, что время вот этой замкнутости прошло. Сейчас я вижу все чаще и чаще объединение. Музыка на стыке, где могут сотрудничать фольклорные певицы, играющая на народном инструменте, кстати, не обязательно на русском, может быть, на каком-то ирландском, и саксофонист, который играет там на каком-нибудь электронном духовом инструменте, или какой-нибудь диджей. Это очень прекрасно, мне кажется, ну, очень прекрасное, некрасивое выражение. Великолепное. Да, да. Ну, я думаю, что это достаточно интересное и плодотворное сотрудничество вот, между людьми самых разных. И на стыке их интересов, и на стыке их разных музыкальных языков может родиться какое-то новое музыкальное явление, новое целое. Вот. Мы живем в переходную эпоху. И вот именно сейчас соединением, возможно, разных стилей может порождать какие-то новые необычные музыкальные явления. Сергей Федорович, к сожалению, мы должны прерваться и сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Не переключайтесь. А мы продолжаем наш разговор с Сергеем Летовым. Сергей Федорович, также в одном из интервью вы говорили о подмене понятий, когда высокую культуру сегодня заменяют попсой. А вот как вы считаете, возможно ли вообще как-то это остановить? Если да, то какими способами? И что с этим вообще поделать?
Ну, мне кажется, упрямо делать свое дело для артиста. Артист не должен, мне кажется, зависеть от мнения критики, учитывать ее, но не делать свое дело, не так уж реагировать на музыкальный рынок или на шоу-бизнес. Мне кажется, прогибаться, да? Да, да. Мне кажется, что прежде всего задача искусства и его задача – это не увеселение людей, уставших после трудового дня. Это все-таки, конечно, задача определенная музыканта, но это ремесленная часть музыки. А музыка, кроме того, и вообще искусство – это средство познания мира и познания самого человека, а не только увеселение, да, усталого труженика. Вот. И музыканты бывают разные. Музыканты делятся на тех, кто занимается вот какими-то прикладными задачами, да, и тех, кто занимается, скажем, музыкой более широкого, скажем, плана или более общего. Могут играть академическую музыку, читать ноты, скажем, да, или какие-то партии, могут импровизировать. Разные существуют представления и разные задачи. Вообще спектр художников очень велик, и спектр музыкантов тоже. Поэтому я думаю, что для музыканта Но эта проблема не является очень важной, существенной. Ну, как бы это не самая большая проблема. Для музыканта. Да, на сегодняшний момент. Все-таки нельзя не сказать о том, что идет сейчас конкретное навязывание вот этих попсовых хитов различных. Постоянно крутятся лишь они по телевизору. Даже если были какие-то нормальные каналы музыкальные раньше, то сегодня что мы видим? Одно и то же везде играет со всех телеэкранов, со всех практически радиостанций. Вот как вы считаете, возможно ли привить пока еще молодому, не развившемуся человеку хороший вкус, и как все-таки это сделать? Ну, мне кажется, это определенная ошибка шоу-бизнеса. Вот установка на какой-то очень ограниченный музыкальный спектр. Вот если мы обратим внимание, допустим, послушаем FM-радиостанции в Париже или в Берлине, мы обратим внимание, что в Париже есть радиостанции, которые передают музыку барокко, есть радиостанции, которые передают джаз, есть радиостанции, которые передают арт-рок, ну или прогрок, как его сейчас называют, прогрессив. То есть удовлетворяет широкий спектр музыкальных интересов. А, к сожалению, в нашей стране рекламодатель ориентируется в основном на офисных работников, прежде всего, офисных работников. Потому что радио слушают где? Радио слушают в автомобиле, когда едут на работу, и в офисах, когда люди, да, заняты какой-то там бухгалтерской деятельностью, да? И что-то должно фоном играть. Они являются основными потребителями рекламы с точки зрения, да, и для них именно передается какая-то усредненная массовая музыка. Но это, в общем, обедняет, конечно, музыкальную культуру. Она себя загоняет как бы в какую-то определенную такую ловушку. Потому что особенности слуха человека таковы, что то, что мы слышим чаще всего, оно формирует некоторый тезаурус, некоторую как бы такую кладовую памяти, базируясь на которой человек слышит и воспринимает ту или иную музыку. Что-то абсолютно новое эстетически судить невозможно. Нельзя говорить, это хорошо или плохо, если ты слышишь это абсолютно в первый раз, и у тебя нет никаких аналогов в твоей памяти для этого. Вот в советское время по радио звучало очень много академической музыки, прекрасных исполнениях. Гиллельс, Рихтер играли Моцарта, Баха, Бетховена, да, а поп-музыка уделялась время в рабочий полдень. Поэтому человек, мне кажется, был более восприимчив к серьезной музыке. Так или иначе, у него был бессознательно, у него формировался... В любом случае, он постоянно ее слушал. Да, да, бессознательно, как бы определенный культурный фон. А сейчас звучит очень ограниченный музыкальный спектр произведений, которые формируют штампы в сознании. Получается, что шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте, да, приравнены к побегу, да, как говорилось когда-то сотрудниками правоохранительных органов. Вот, и получается, что и возможности восприятия современной музыки только у людей, у которых протестное сознание, которые именно настроены на борьбу с чем-то.
чем-то. А у широкого массового слушателя у него формируется какой-то иммунитет против всего нового, какого-то яркого, интересного. Но я думаю, что это болезнь роста. У нас должно это пройти. Должны бизнесмены, которые продают рекламу, да, которые, да, ведь реклама является двигателем и радио, и телевидения в значительной степени, они должны понять, что маленький сегмент рынка – это тоже рынок. И любители классической музыки, любители барокко, любители джаза, любители этнической музыки, там русской народной или там какой-нибудь они тоже китайской, они тоже покупатели каких-то товаров, и реклама и на них должна ориентироваться. Конечно. И маленький сегмент рынка – это все-таки свой какой-то сегмент. Его тоже вовремя заняв, можно тоже обеспечить себе какой-то доход. Когда это бизнесменами будет понято, у нас спектр и культуры расширится. Мне кажется, вот пока некоторая культурная ограниченность наших бизнесменов, скажем, наших вот людей, которые осуществляют вот экономическое руководство обществом, оно вызывает вот какое-то и сужение культурного спектра. Здесь музыкант ничего не может поделать. Сергей Федорович, осталось не так много времени, к сожалению. Я не могу не задать вам вопросы о неотоперстве и вашей работе над немым фильмом 1928 года «Одиннадцатый». Собственно говоря, когда-то, когда возникло немое кино, не было средств звукозаписи. И музыку просто невозможно было записать и воспроизвести. Требовалось ставить десятки трехминутных пластинок, которых еще крутили ручку патефона, они с разной скоростью. В общем, невозможно было звук и изображение синхронизовать года до 28-29-го. Вот. А сейчас музыкальное топерство имеет другой смысл. Дело в том, что современная музыка потеряла аудиторию вследствие того, о чем мы говорили вам вот перед этим. Вот. И музыканты хотят вернуть публику в залы. Как? Ну, допустим, вот мы делаем некоторый сюжет, немое кино, и благодаря какому-то простому узнаваемому сюжету можно привлечь внимание и протащить свою какую-то музыку, может быть, не настолько тривиальную и банальную, да, как который привык слушатель. Вот. И он увлечен именно изображением, а тут и какая-то еще и музыка интересная. Вот. И я начал заниматься этими проектами по заказу Гёте-института, Института немецкой культуры в Москве в 97-98 годах. Сейчас у меня в обоими много разных фильмов, и немецких, и русских, и даже один японский фильм, вот, об одиноком самурае. Вот, и 11-й, это 11-й год советской власти, это фильм нашего авангардиста Дзиги Вертова, и, что очень интересно в свете нынешних событий, это фильм об установлении советской власти на Украине. Кстати, я знаю, что у вас отменили концерт на Украине. Да, да, именно вот эти, это очень интересная вообще история. Вот, и я планировал даже показывать в Запорожье, где как раз Днепрогэс, вот об этом, о создании Днепрогэса, вообще о достижениях советской власти на 11-й год ее существования, этот фильм. Вот, но, наверное, главное достижение у меня это не этот фильм, а фильм «Оборона Севастополя», за который в 2010 году я был удостоен гранта президента Российской Федерации, тогда им был Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, и это в какой-то степени определенное признание моей деятельности вот, в направлении привлечения молодежи к старому кино, к истории кино, ну и к истории нашей страны, потому что фильм «Оборона Севастополя» повествует о войне, Крымской войне, о войне России против агрессоров, англичан, французов, турок и итальянцев, которые, Сардиния, которые напали на Крым в 1853-54 годах. Россия, к сожалению, в этой войне проиграла. И был уничтожен Черноморский флот и на 20 лет. Вот об этом тяжком поражении, о погибших адмиралах Корнилове, Нахимове, как раз вот этот фильм. Я играю к нему музыкальное сопровождение на совершенно современных музыкальных электронных инструментах, на MIDI-контроллерах вместе с моим партнером, но слушатель этого не замечает. Они звучат очень близко к натуральным инструментам, и я использую реальные шумы, вот взрывы снарядов, там, крики
раненых, ржание лошадей, в общем, такое, крики боя, штурма. Я мечтаю, конечно, показать этот фильм в городах русской славы. Может быть, когда-нибудь и в самом Севастополе, и, может быть, когда-нибудь и во Владивостоке. Будем надеяться. Сергей Федорович, к сожалению, вышло наше время. Я не успела задать всего, чего хотела. Спасибо вам огромное, что приехали к нам, пришли к нам в студию. Я думаю, вы приедете к нам еще не раз, и мы будем очень рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо большое. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.